14 октября в селе Боевой ярко отметили сразу два праздника – День украинского казачества и День защитников Украины. Народные гуляния на Стельской площади собрали тысячи людей, как местных, так и гостей. Вітаю вас зі святом, покрови Пресвятої Богородиці. Нехай на всіх на нас зійде Божья благодать. Приятно находиться в этом святом месте, в этом прекрасном селе Боевое, где у нас действительно центр духовности нашего района и всей, наверное, Донецкой области. Я хочу пожелать всем присутствующим мира, добра, благополучия. Особисте вітання нашим військовослужбовцям, які боронять кордон нашої батьківщини. Здоров'я всім, Божої благодаті, військовослужбовцям быстрейшего повернення до своих осель. Национальный колорит праздника создавали коллективы Никольского района. Народ развлекали казацкими забавами, народными песнями и танцами. Охранять порядок на торжестве прибыла конная полиция из Мариуполя. Лошади преодолели расстояние 30 километров до Боевого и обратно. На Сельской площади выстроили палатки с патриотично оформленными экспозициями. Здесь угощали бутербродами с салом, украинским национальным продуктом. Живая ярмарочная торговля шла возле палаток ОПТ и сети «Яблочко», кафе «Покровское». Традиционно после торжества разделили огромный 100-килограммовый покровский каравай дружбы. Кусочек ароматного сдобного каравая достался всем желающим. Вкусно.